Здравствуйте, меня зовут Николай Меркискин, руководитель компании «Альта». Сегодня хотел бы вам рассказать о нашем успешно реализованном проекте «Общеобразовательная школа», находящаяся в городе Рошаль, Московской области, построенной в рамках президентской программы. Школа номер 6 города Рошаль была построена в 60-х годах, и уже на наше время, 2023 год, было много нареканий со стороны учеников и хранителей по состоянию школы. В целом уже школа не проходила по нормативам. В связи с этим было принято решение администрации провести капитальный ремонт школы. На начальном этапе нашей команды был разработан комплект проектной технической документации, на основании которого мы приступили к демонтажным работам. Хотим вам показать наш новый реализованный проект в городе Рошаль, Московской области. Сегодня 22 февраля 2023 года. Производим демонтажные работы на всех этажах в средней общеобразовательной школе номер 6. В ходе производства работ были выявлены отклонения от первоначальной документации, в связи с чем нашей командой были приняты все меры, чтобы сдать объект в срок и все соответствовало нормативам. Город Рошаль находится в 160 километрах от нашего офиса, в связи с чем не всегда оперативно можно было решать вопросы. Наступило лето, мы возвращаемся на наш крупный объект, общеобразовательная школа номер 6, город Рошаль, активно движемся к сдаче объекта. Сейчас вы можете наблюдать устройство фасада. 90% фасада уже завершено. Внутренние работы на каждом этаже также уже идут к своему логическому завершению. Были трудности в процессе производства работ, такие как и отсутствие строительных материалов из-за геополитической обстановки, из-за курса доллара, из-за сложности в проектировании. Мы прилагаем и приложим все усилия, чтобы данный объект ввести в эксплуатацию, и к началу учебного года дети пошли в данный учебный центр. Плюс на момент 2023 года были нюансы с рынком материалов, в принципе, поставки продукции из-за экономической ситуации. Но наша команда, зная четкую задачу, чтобы дети пошли 1 сентября в школу, успешно это все выполнила. Завершили полностью все работы. Хотели вам показать, что у нас получилось. В рамках капитального ремонта были выполнены работы по благоустройству, спортивная площадка, тротуары, газоны. Также по школе были проведены работы по замене кровли всего фасада, входной группы, тыловой стороны, кухни, спортзала. Внутри были переоборудованы полностью классы, инженерные конструкции, отделка заменена вся, напольные покрытия. В общем, все, чтобы дети могли себя чувствовать комфортно во время учебы. После проведенного капитального ремонта данное общее образовательное учреждение соответствует всем строительным нормам и нормам Министерства образования.
чтобы дети, учащиеся здесь, могли себя комфортно чувствовать во время учебы. Вы можете наблюдать активный учебный процесс, дети уже учатся. И также хотели продемонстрировать, что выполнены работы для комфортного обучения по маломобильным группам населения. Основной фокус нашей группы компаний «Альтен» – это фит-аут коммерческой недвижимости. А данный проект, о котором я вам рассказываю, школа – это для нас новый опыт, и я благодарен команде, что она его успешно реализовала. И мы готовы к сотрудничеству в данном направлении и в фит-ауте, и в госконтрактах, и в любых других направлениях, где нам нужен надежный партнер с высоким уровнем экспертизы и компетенции в области строительства.